Здравствуйте! В эфире радио «Алания» и на волне «Страна Гор» с вами и над солнечным Дагестаном, как обычно. Радио «Кабардино-Балкария» приветствует весь Кавказ. В Прибрусье огромный и сердце Чечни призывает азан, добра и мира вам. Радио «Ингушетия». Высокогорный юг и равнины. Карачаево-Черкесия. Край горных вершин и медовых водопадов. Примите наш привет! В эфире «Ставрополье». В эфире радиожурнал «Зори Кавказа». Мы собираем всех вместе. Добрый день, дорогие радиослушатели. Здравствуйте. В студии радио «Алания» во Владикавказе Зарема Джикаева и Маргарита Балаева. Мы приветствуем вас и приглашаем в ближайший час провести вместе с нами. Каспийское море и Черное море пьют синими волнами в грудь берегов. И в снежных попахах кавказские горы пасут на вершинах стада облаков. И от моря до моря счастье даря, дружбы алые зори над хребтами горят, дружбы алые зори над хребтами горят. На вечную дружбу хорошие люди чиитскую верную клятву дают. Гудом вдохновенным геройкой буден народ, прославляет отчизну свою. И от края до края людям счастье даря, дружбы алые зори над хребтами горят. Встают над Кавказом лучистые зори, и жизнь расцветает, как солнечный май. И песню о дружбе от моря до моря поет наш орлиный ликующий край. И от края до края людям счастье даря, дружбы алые зори над хребтами горят, дружбы алые зори над хребтами горят. Радиожурнал «Зори Кавказа». Программа подготовлена при участии всех филиалов Всероссийской государственной телерадиокомпании в Северокавказском федеральном округе. Вести Северный Кавказ. С запада на восток. В эфире Ставрополь, у микрофона Оксана Сачилова. Здравствуйте. Хирурги Ставропольской краевой больницы пересадили почку пациенту. Это событие положило начало работе Центра трансплантологии в нашем крае. Подобная операция – первая в Северокавказском федеральном округе. Жизненно важный орган своему больному брату подарила родная сестра. Об этом первым журналистам сообщил губернатор края Владимир Владимиров. Операция, которую выполнили специалисты Ставропольской краевой клинической больницы при помощи коллег из Москвы, называют беспрецедентной. Прежде ничего подобного в регионе не выполняли. Она длилась около 4 часов. Теперь у пациентов, для которых единственная возможность жить – процедура гемодиализа, появился шанс на исцеление. Повышение качества жизни населения, совершенствование социальной сферы, обеспечение безопасности – это основные направления совместной деятельности Думы Ставропольского края и парламента Республики Северная Осетия Алания. В Пятигорске подписано соглашение о межпарламентском сотрудничестве законодательных органов власти двух субъектов России, призванное развивать эти отношения. Свои подписи под документом поставили председатель Краевой Думы Геннадий Ягубов и председатель Республиканского парламента Алексей Мачнев. Делегации парламентариев обоих законодательных органов власти почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны, возложили цветы к вечному огню и побывали у памятника Костахе Тагурову, выразив особую благодарность пятигорчанам за подобающее отношение к мыслителю, общественному деятелю и поэту осетинского народа.
Современный распределительный центр минеральных удобрений, не имеющий аналогов в России, появился на Ставрополье, заявил глава аграрного ведомства Владимир Ситников. Это существенно улучшит качество востребованных на рынке удобрений и сократит время отгрузки продукции. В этом центре, который строится в Невинномысске, можно будет хранить около 60 тысяч тонн продукции. Фантастическая весна. Ставрополье присоединилось к году фантастики в литературном мире. Программа насыщенная. Буккроссинг, творческие встречи, мастер-классы. В Ставрополе открылась художественная выставка «Свет далеких планет». В экспозиции около 40 работ. Все объединены одной темой. На полотнах сюжеты популярных фантастических книг и образы их героев. Автор – местная художница Майя Томышева. Работы ставропольских художников увидит Париж. В столице Франции, в культурном центре имени Александра Солженицына, проходит выставка, посвященная жизни и творчеству нашего прославленного земляка. Специальное место отведено детским рисункам. Их привезли из Кисловодска, с малой родины русского писателя, драматурга, публициста, общественного и политического деятеля. На рисунках воспитанников Кисловодской художественной школы имени Ярошенко, достопримечательности города-курорта, дом, где жил Александр Исаевич, иллюстрации к его произведениям. Вести Карачаево-Черкесия. В Москве состоялась встреча председателя Совета Федерации Валентина Матвиенко с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Тимрезовым. В беседе принял участие член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, сенатор от Карачаево-Черкесии Ахмат Салпагаров. Участники встречи обсудили перспективы социально-экономического развития региона, в том числе вопросы по реализации задач, поставленных президентом России Федеральному собранию. В рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» на 2014-2017 годы и на период до 2020 года 19 семей, среди которых 13 молодые семьи, проживающие в сельской местности, будут обеспечены новым жильем. С 2003 года, то есть в рамках реализации этой программы, оказана помощь в приобретении и строительстве 132 тысяч квадратных метров жилья, в результате чего свои жилищные условия улучшили 1296 семей, в том числе 511 молодых семей и молодых специалистов. Напомним, программа направлена на создание привлекательных условий жизни на селе. На базе Центра поддержки предпринимательства Карачаево-Черкесия будет открыт Центр поддержки экспорта. Он будет способствовать созданию благоприятных условий для развития экспорта республики, выхода на международные рынки, а также налаживанию международных деловых контактов. Центр поддержки предпринимательства в текущем году планирует увеличить также количество образовательных мероприятий для субъектов малого и среднего бизнеса республики. Умар Тикеев специально для радиожурнала «Зори Кавказа». Вести Кабардино-Балкария. Кабардино-Балкария примет участие в международной экологической акции «Час земли», которая состоится сегодня, 24 марта, с 20 часов 30 минут до половины 10 вечера. В это время на час отключат внешнюю подсветку крупных архитектурных и инженерных сооружений республики, сообщает Министерство природных ресурсов и экологии КБР. Данная акция рассматривается как возможность привлечения внимания мирового сообщества к природоохранным вопросам, бережного и ответственного отношения к природе и ресурсам планеты. Минприроды Кабардино-Балкарии тем временем в Нальчике в рамках всероссийской акции «Лесники открывают двери» уже провели встречу со студентами Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета имени Кокова. Замминистра Мухаммед Маремов рассказал студентам, что лес в Кабардино-Балкарской республике занимает всего 15,4% территории, поэтому особое внимание уделяется охране, защите, воспроизводству и рациональному использованию лесов. Он также отметил уникальность Кабардино-Балкарии по разнообразию флоры. На встрече были затронуты темы необходимости обеспечения лесной охраны и пожарного надзора в лесах республики. Как заявил чиновник от регионального Министерства природных ресурсов и экологии, отрасль лесного хозяйства разнообразна, в связи с чем востребованы специалисты разных направлений и специальностей. Руководство Минприроды КБР готово видеть в своих рядах специалистов лесохозяйственного и природоохранного направления, которые обучаются в стенах Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета имени Кокова. Светлана Нагоева специально для радиожурнала «Зори Кавказа».
Вести Северная Осетия. Более 50 объектов планируется построить в Северной Осетии в 2018 году. Чтобы оценить проведенную строителями работу, некоторые объекты посетили председатель правительства Северной Осетии Теймураз Тускаев и министр строительства и архитектуры республики Русланбек Икаев. Средняя школа номер 27 во Владикавказе. Сейчас в ней ведутся отделочные работы, штукатурка, стяжка и многое другое. Во дворе строится футбольная площадка. В самом корпусе школы пристроены два блока, за счет которых появится несколько дополнительных классов. К 1 августа школа будет готова, и в новом учебном году дети придут в отремонтированное здание. Еще один важный объект – противотуберкулезный диспансер на 276 коек и поликлиника на 250 посещений в смену. На сегодняшний день заканчивается строительство последних корпусов, на некоторых из них уже даже приступили к возведению крыши. Решается проблема и с очередью в детские сады. 4 объекта дошкольного образования на 120 мест строятся в поселке Советском и городе Алагире, 2 в Беслане. Теймураз Тускаев посетил и Национальный музей республики. Помещения музея состоят из 4 частей. Одна из них уже сдана в эксплуатацию и принимает гостей и жителей республики. Цель текущего года – завершить еще 2 сектора. На реконструкцию демонстрационного зала и комнат для хранения экспонатов планируется потратить 115 миллионов рублей. К концу 2019 года работы будут полностью завершены. К концу года на территории Северной Осетии в общей сложности планируется возвести около 50 различных объектов в рамках федеральных программ. В Северной Осетии простаивают 17 предприятий по производству спирта. Новый законопроект позволит запустить их для производства биоэтанола. Кроме того, перепрофилирование в будущем позволит стать Северной Осетии крупнейшим производителем альтернативного моторного топлива в России. Биоэтанол приобретает все большую популярность в мире, потому что при сгорании не выделяет вредных веществ, он экологичнее. А его состав в бензине или дизельном топливе повышает эффективность работы двигателя. Пионер в производстве биоэтанола в России – владикавказское предприятие «Миранда». Его заправочная станция, где в обычный бензин добавляется биоэтанол, тоже была первой в стране. Но сейчас биотопливом не заправиться. Предприятие прекратило выпуск биоэтанола, потому что в России нет законодательной базы для его оборота. По словам полномочного представителя Северной Осетии при президенте России Бориса Джанаева, инициатива законопроекта шла от руководства республики, потому что это очень важно для экономики Осетии. Биоэтанол в определенном смысле станет топливом для развития экономики и социальной сферы. Если Дума одобрит проект закона Федерального кабинета министров, то норма вступит в силу через год после подписания. В минувший вторник во Владикавказе впервые прошла избирательная процедура, в ходе которой горожане проголосовали за общественную территорию, нуждающуюся в первоочередном благоустройстве. Объектов было 2 – Центральный парк культуры и отдыха имени Коста Хитагурова и набережная реки Терек. Территории этих двух объектов давно нуждаются в благоустройстве. Основные проблемы – разбитые тропинки, фонари, лестницы и скамейки. Участие в народном голосовании во Владикавказе приняли 135 347 человек. Явка составила 54%. Свою гражданскую позицию выразили также руководители республики Вячеслав Битаров и глава АМС города Борис Албегов. За реконструкцию Центрального парка имени Хитагурова проголосовали 53% горожан. За реконструкцию набережной Терека на участке от гостиницы Владикавказ до улицы Пашковского 46,8%. Благоустройство территории столицы республики стало возможным благодаря участию Владикавказа в федеральном проекте формирования комфортной городской среды. Как сообщает пресс-служба городской мэрии, работа по разработке дизайн-проекта для победившего объекта начнется в ближайшее время. Республиканский фестиваль национальных любительских детских и молодежных театров прошел во Дворце молодежи во Владикавказе. На сцене более 300 творческих коллективов. Артисты представили зрителям свои постановки в разных номинациях. Драматический спектакль, фольклор, осетинская сказка, эстрадная сатирическая миниатюра, художественное чтение, драматургия и сценарное мастерство. Спектакли и миниатюры поставлены на осетинском языке. Это обязательное условие организатора.
инициаторов. Награждение прошло 23 марта, в день рождения основоположника осетинской драматургии и театра Елбуждыко Бритаева. Фестиваль поддерживает Северо-Осетинский комитет по делам молодежи и театр сатиры «Амран». Зарема Джикаева для радиожурнала «Зори Кавказа». Вести Ингушетия. Наши соотечественники в Москве и регионах активно участвовали в выборах президента России. Об этом в рамках рабочей встречи с главой субъекта сообщил вице-премьер постпред Ингушетии в Москве. По словам Алихана Цичоева, сотрудники полномочных представительств в субъектах и за рубежом проводили встречи с представителями землячеств в период проведения предвыборной кампании, агитируя наших соотечественников принять участие в выборах. Особую роль сыграли старейшины, которые также призвали молодежь не оставаться безучастными к будущему своей страны и проявить активную гражданскую позицию. Наиболее отличились землячества в Тюменской, Астраханской и Ростовской областях и Краснодарском крае, в целом в Южном и других федеральных округах, которые также приняли активное участие в выборах президента. Юнусбек Евкуров высоко оценил работу коллектива постпредства по организации выборов в регионах и за пределами страны, а также за взаимодействие с полпредствами в субъектах. Ход реализации стратегических инвестиционных проектов обсудили в рамках рабочей встречи в Москве министр по делам Северного Кавказа и глава региона. В частности, речь шла о проектах, реализуемых в рамках подпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия», госпрограммы Российской Федерации развития Северокавказского федерального округа, рассчитанная на период до 2025 года. Юнусбек Евкуров доложил о ходе строительства птицекомплекса по выращиванию и глубокой переработке мяса индейки, мощность предприятия свыше 10 тысяч тонн в год, а также о запуске в конце марта второй очереди завода по производству алюминиевых профилей «Реак». Проект предполагает расширение мощностей действующего предприятия. Первая очередь была запущена в 2012 году и строительство новых производственных площадей. Лев Кузнецов отметил социальную значимость обоих проектов, ввод в эксплуатацию которых позволит создать дополнительно свыше 700 рабочих мест. Стороны также обсудили график дальнейшего строительства школ в регионе. Лев Кузнецов отметил положительную динамику в строительстве детских садов и школ, благодаря чему в минувшем году в Ингушетии удалось полностью ликвидировать трехсменку. В рамках рабочей поездки в Москву в Министерстве по делам Северного Кавказа глава региона также провел совместную встречу с первым заместителем министра России по делам Северного Кавказа Адесом Пайсултановым и генеральным директором акционерного общества курорты Северного Кавказа Хасаном Тимижевым. Обсуждались вопросы дальнейшего развития горнолыжных курортов Армхи и Цори, которые в соответствии со стратегией развития акционерного общества курорты Северного Кавказа на период до 2025 года отнесены ко второму этапу туристического кластера. Стороны также обсудили вопросы подготовки совещания по развитию двух курортов. Айшат Катиева специально для радиожурнала «Зори Кавказа». Вести Чеченская Республика. Глава Чеченской Республики ознакомился с состоянием дел на животноводческой ферме вблизи села Центарой. Комплекс оснащен современным оборудованием, автоматизированы и механизированы процессы кормления, ухода и доения. Уже имеется племенной приплод. Также Рамзан Кадыров побывал на птицефабрике, которая производит диетическое мясо и яйцо. За последнее время Чеченская Республика сделала большой шаг в развитии животноводства и птицеводства, а местная мясомолочная продукция пользуется широким спросом за пределами региона. Глава Чеченской Республики отметил, что этому есть простое объяснение. Не применяем никаких недозволенных кормовых добавок, антибиотиков и прочих нововведений последних десятилетий. Поэтому спрос на мясо, молоко, молочно-кислые продукты и мясо птицы огромный, подчеркнул он. В связи с этим, как отметил Рамзан Кадыров, ускоренными темпами расширяются откормочные, молочно-товарные фермы и птицефабрики. Для этих целей привлекаются иностранные инвестиции и банковские кредиты. Рамзан Кадыров поручил председателю правительства Чеченской Республики Абубакару Эдельгериеву разработать комплекс мер, направленных на значительное увеличение производства сельхозпродукции в большинстве районов Чеченской Республики. Управление судебных приставов Чеченской Республики признано лучшим в России в 2017 году. Главный пристав Республики Абдулла Алаудинов подвел итоги деятельности ведомства и заявил, что поставленный план перевыполнен на 14%. По его словам, в результате деятельности чеченских судебных приставов-исполнителей за прошедший год взыскано 2 миллиарда 737 миллионов 879 тысяч рублей.
Это задолженности по зарплате, коммунальным долгам, ТЭК, административным и уголовным штрафам, налогам, алиментам и так далее. По словам Абдуллы Алаудинова, в этом году они закрепят достигнутые результаты и достойно выполнят возложенные на ведомство задачи. Роза Эльмурзаева специально для радиожурнала «Зори Кавказа». Вести Дагестан. Вопросы подготовки к чемпионату Европы по спортивной борьбе, который пройдет в республике в апреле-мае, обсудили на совещании под руководством исполняющего обязанности главы республики Владимира Васильева. Предваряя обсуждение, он поблагодарил всех за проведенную работу по подготовке и проведению выборов. Эту работу в Центр избиркоме оценили положительно. Также Владимир Васильев поблагодарил и дагестанских избирателей, которые выполнили свой гражданский долг. Обсуждая подготовку к чемпионату Европы по спортивной борьбе, подробно остановились на вопросах транспорта, медобслуживания, связи, логистики и культурной программе. О проблемах формирования доходной части бюджета Дагестана говорили за круглым столом в Институте социально-экономических исследований Дагестанского научного центра Российской академии наук. Речь шла о налоговом потенциале, перспективах финансово-бюджетной самодостаточности республики и влиянии финансовой политики государства на изменение социально-экономического развития региона. Ученые предлагали эффективность собираемости налогов повысить за счет тесного сотрудничества с органами, отвечающими за формирование баз данных потенциальных налогоплательщиков. Больше 80 волонтеров-переводчиков привлекли к работе на чемпионате Европы по вольной борьбе 2018 в Каспийске. Об этом руководитель волонтерского корпуса чемпионата Европы 2018 Гамзат Гамзатов сообщил в ходе выездного заседания межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению чемпионата, которое прошло в санатории Каспий. Продажа билетов на чемпионат Европы по спортивной борьбе начнется в первых числах апреля. Приобрести их можно будет в кассах Дворца спорта и молодежи имени Али Алиева и стадиона Анжи-Арена в Каспийске. Цены на билеты будут разными в зависимости от стиля борьбы и времени спортивной программы – дневная и вечерняя. До 500 рублей будут стоить билеты на женскую греко-римскую борьбу, а также грэплинг, на вольную борьбу от 500 до 1500 рублей. Бедерниса Гусейнова для радиожурнала «Зори Кавказа». Радиожурнал «Зори Кавказа». Главное и самое обсуждаемое событие марта – выборы президента России. Тему продолжит корреспондент ГТРК «Кабардино-Балкария» Светлана Фаунова. Сегодня в нашем эфире Екатерина Мирошниченко. Катя участвовала в выборах президента Российской Федерации на территории нашего региона. Она как представитель Общественной палаты России, как руководитель корпуса наблюдателей Молодежной ассамблеи народов России «Мы, россияне», впервые побывала у нас в Нальчике. И мы сегодня делимся с ней впечатлениями. Эта неделя у нас началась с того, что у нас новый старый президент. Старый не в смысле того, что он старый по возрасту, а в том, что он вновь переизбран. Это Владимир Путин. Вот, вы как наблюдатель, как руководитель группы, поделитесь впечатлениями. Во-первых, считаете ли вы, что вот высокая явка избирателей на участки, это говорит о том, что мы все-таки доверяем тем, кто выставил свои кандидатуры в этом году? И, естественно, большинство, раз 99,3% проголосовали за Путина, то они 99,3% пришли именно проголосовать за будущее во главе с Владимиром Путиным. Доброе утро, Светлана. Ну, что хочется мне отметить, я присутствовала на нескольких участковых избирательных комиссий, также была возможность заехать в территориальную избирательную комиссию, ну и по завершению мы были в центральной избирательной комиссии до утра, то есть я наблюдала за уже конечным итогом данной работы, когда все протоколы привезли уже в центральную избирательную комиссию, где, скажем так, последние шаги уже были сделаны, основные. Но хочется отметить
действительно, явка на территории Кабардино-Балкарской республики была очень высокой, и видно было, что это все было сделано на добровольной основе. То есть не было никаких либо специально подстроенных, да, где-то, ну, группами не привозили людей, скажем так. Не заставляли. Не заставляли, да. Единственное, вот могу отметить, это вот семьи большие действительно приходили, сгруппированно буквально от маленьких совсем деток до стариков, которые отказывались давать заявки, чтобы к ним приезжали члены избирательной комиссии, наблюдатели с переносными урнами, а хотели сделать выбор самостоятельно, придя на участок. Но это то старшее поколение, которое действительно как праздник воспринимает данные выборы. Очередные уже, они не первый раз голосуют, и будем надеяться, что далеко не последние. Здоровье им крепкого, скажем так. Удалось мне даже съездить по нескольким адресам. Вот, там, ну, совсем, конечно, в таком состоянии люди, когда уже, ну, нет возможности самостоятельно прийти на участок, но все же они не падают духом, радуются, очень сильно извинялись. Когда мы приходили, мы говорили, что нам совершенно не сложно, наоборот, мы очень рады, что вы позвонили, нашли силы, скажем так, встретить нас. Так что это действительно выбор каждого, и все уверены в том, что выбор этот сделанный может повлиять и повлияет обязательно на будущее нашей страны. Радиожурнал «Зори Кавказа». В апреле в Карачаево-Черкесии начинает свою работу школа проектных менеджеров, в рамках которой организуют обучение по основам управления инвестиционными проектами. Подробности в материале корреспондента ГТРК Карачаево-Черкесия Валерии Дагужиевой. Молодежная биржа труда совместно с АО «Корпорация развития Карачаево-Черкесской республики» объявляет о начале набора в школу проектных менеджеров. Все желающие в возрасте от 18 до 35 лет пройдут обучение и смогут трудоустроиться. Начальник департамента инвестиционных проектов АО «Корпорация развития КЧР», а также идейный вдохновитель нового проекта «Наурус» Байрамкулов рассказал о новом проекте, который, несомненно, принесет пользу. Мы подготовили проект, который будет реализовываться. Он одержал победу на всероссийском конкурсе молодежных грантов «Школа проектных менеджеров». В рамках нее у нас такая задача – привлечь как можно больше молодых специалистов, студентов, просто специалистов молодые до 35 лет, у которых недостаточно опыта, возможно, которым нужно получить новую, освоить новую квалификацию, чтобы они пришли к нам. Мы проведем теоретическое обучение по основам управления инвестиционными проектами. Мы познакомим их с руководителями тех или иных учреждений республики, которые непосредственно отвечают за инвестиционное направление. Они тоже с ними поделятся своим опытом, дадут какие-то свои рекомендации. После этого непосредственно со специалистами, которые управляют инвестиционным проектом, будет практическая часть. Дадут возможность решать какие-то бизнес-кейсы, непосредственно проблемы, которые возникают в рамках этих проектов, да, разрешать все эти вопросы, выезжать на инвестиционную площадку, где идет строительство полностью, разговаривать там с специалистами, с инженерами, и там тоже будут какие-то творческие задачи решаться. После этого будет и аттестация у нас, экзаменирование, и по итогам мы планируем провести обучение не менее 20 человек. Из них троих лучших мы хотим отобрать. На сегодняшний день школа принимает заявки от всех желающих получить образование и новый опыт. После набора участников проекта разделят на группы, за которыми закреплены опытные кураторы. Создаем конкурсную комиссию, смотрим, кто больше подходит по специализации, кому эти прикладные навыки больше подходят по его образованию. Смотрим на то, какую характеристику будут ему давать, если он, например, студент, будем обращаться, естественно, в образовательные учреждения, узнавать по характеристике. То есть хотим взять как можно более лучших, кому это может быть интересно, кто эти навыки применит. И мы хотим отдавать лучших из лучших и дать им шанс реализоваться. Мы совмещаем это с основной работой корпорации развития Карачаево-Черкесской республики. И мы разбили его на два этапа. Первый этап – это 2 недели. Он будет проходить именно такой вот ознакомительный, встречи с руководством корпорации, с министрами, возможно, да, с руководителями проектов инвестиционных самих, кто стартовал, кто ведет многомиллионные стройки, все эти. То есть мы устроим встречи, они с ними поговорят, и в эту атмосферу они окунутся. Дальше, где-то эти 3 недели, будет плотная работа уже. И обучающая программа почему сокращена? Потому что она компенсируется больше практической частью. То есть мы будем их вовлекать в ту работу, в те проблемы, с которыми мы сталкиваемся. И предлагать им, чтобы они давали варианты решения. Потому что нам тоже интересно, может, мы чего-то не видим, и такой групповой подход, проектный подход позволит разрешить какие-то вопросы, которые у нас возникают. Проект завершается, мы отбираем 3 лучших, и задача проекта была обучить не менее 20 человек, и не менее 3 человек постараться трудоустроить,
дать им направление. Также, возможно, будем давать направление в правительство республики, будем согласовывать вопрос, да, если будет возможность, будут вакансии, будем туда направлять, тоже договариваться, рекомендовать. На этом этапе проект, конечно, заканчивается. В дальнейшем, конечно, хотелось бы, чтобы его перевести в что-то более постоянное. Ну, над этим будем работать, смотря на отклик, какой есть. По словам Назира Байрамкулова, кураторами и преподавателями у ребят будут представители бизнес-сообщества, а также министры и ведущие специалисты различных министерств и ведомств. На первом этапе, я и сказал, это руководитель корпорации, это представители корпорации развития Северного Кавказа, это министры, руководители финансовых учреждений республики и непосредственно владельцы бизнеса, которые реализуют крупные инвестиционные проекты. Это, например, сады Карачаево-Черкесской республики, которые уже высадили более 100 гектаров в Адыгейско-Абайском районе и планируют высадить еще более 100 гектаров. И в таком случае, во второй части программы, где будет более прикладная работа проводиться, это будет непосредственно управляющие проектами сотрудники корпорации развития Карачаево-Черкесской республики моего департамента инвестиционных проектов, в первую очередь. Это молодые ребята, все до 30 лет, и те ребята, которые имеют и образование хорошее, и практическую реализацию проектов. То есть каждый из них имеет свой проектный портфель, не менее 5 успешно реализованных проектов того или иного масштаба. Например, действительно более-менее крупные проекты, да, и, наверное, вот стоимостью более 1 000 000 000 рублей, с которыми мы сейчас сталкиваемся, я практически сталкивался, наверное, только сам. Но в остальных проектах тоже назначимые суммы, они могут проконсультировать. От и до они эти проекты вели, они будут обучать. Кроме того, конечно, руководитель молодежной биржи ТОДА Ибрагим Татаркулов, региональный куратор программы «Ты предприниматель» Мухаммад Аджиев и другие тренеры будут привлекаться. Прошедшим курс будет вручен сертификат, подтверждающий квалификацию в основах управления инвестиционными проектами, а трое лучших студентов получат возможность пройти 3-месячную стажировку в АО «Корпорация развития Карачаево-Черкесской республики» с перспективой дальнейшего трудоустройства. Радиожурнал «Зори Кавказа». За 5 лет существования благотворительный фонд «Чешам. Доверие» получил признание среди населения. Именно поэтому с каждым годом растет численность волонтеров фонда. Тему продолжит корреспондент ГТРК Ингушетия Мухаммед Гиреев. Добро доступно каждому. Этот девиз благотворительного фонда «Тешим» уже на протяжении 5 лет доказывает семьям, находящимся в трудной ситуации, что они никогда не останутся наедине со своей бедой. В этом году «Тешим» отмечает свой небольшой юбилей – 5 лет деятельности, направленной на оказание адресной помощи нуждающимся. 5 лет – очень большой опыт. На сегодняшний день можно смело говорить о том, что фонд «Тешим» обладает самым обширным опытом и самой обширной базой данных по состоянию дел в сфере оказания социальной помощи малоимущим. Прошедшее время дало нам возможность проанализировать ситуацию и понять, что необходимо, кроме экстренной помощи, также уделять внимание и оказание помощи в сфере программ развития. То есть это образовательные программы, программы по трудоустройству. За время существования фонда адресную помощь получили не 1 000 семей. Помимо продовольственной части, благотворители совместно с Центрами инновационного молодежного творчества и дистанционного образования детей запустили новый проект, направленный на интеграцию ребят с ограничениями по здоровью. Об этом расскажет Ахмед Паргульков. Это очень уникальный опыт, потому что у нас получилось все очень на высоком уровне. Есть СМИ «Тренинновация», которая от себя готова предоставить бесплатно помещение и оборудование. Есть фонд «Тешим», который готов за символическую оплату труда наемного сотрудника, который будет работать с этими детьми. И есть РЦДО, на базе которых, кстати, базы «Тешима» и РЦДО отношения этих детей синхронизируются. То есть это дети, которые числятся и в РЦДО, и числятся в фонд «Тешим» как дети, которые нуждающиеся. Подобного рода задумки без добрых людей остались бы в долгомящике. Но по признанию самих волонтеров, в последнее время благотворителей становится все больше, равно как и самих фондов, сотрудники которых неустанно оказывают содействие тем, кто нуждается порой в простом человеческом внимании. Ребята из фонда «Вошел» знают об этом не понаслышке. Об этом расскажет Али Шадиев, руководитель фонда «Вошел».
Это очень большая ответственность, поскольку мы в ответе не только перед людьми, но и перед Всевышним. Добро, которое мы делаем для них, включая и самых маленьких, отражается в улыбках детей, их матерей и пожилых родителей. Сами волонтеры и их руководители отмечают, что помощь оказывается именно тем категориям граждан, которые находятся в крайне тяжелом состоянии. Это возможность для нуждающихся, что называется, перевести дух. Об этом расскажет Лила Цитова. Все, что делается, делается для чего-то. Это не запланировано свыше. Все, что в судьбе человека случается, она как бы Всевышний, да? Она ведет к чему-то. Вот моя задача, возможно, я так воспринимаю, возможно, заключалась в том, чтобы помочь кому-то. Непосредственным получателям помощи эти люди дают надежду на то, что с трудностями можно справиться, и вера в лучшее в итоге обязательно приведет к благу. Если бы не эти люди, которые помогают периодически таким, как я, нам было бы сложно. Я благодарна за то, что они не забывают нас, за то, что проявляют к нам сострадание и есть желание помочь. Волонтеры – это не те, кому больше нечего делать, а те, кто своим участием пытается помочь другим, отмечают ребята. Изъявившее желание помогать обездоленным, отметила Габи Гайтукиева. Маленький человек, который у меня на руках сейчас сидит, мне сказал, когда ты еще приедешь? Это вот, наверное, вообще прям бальзам на душу такой. Целеустремленность сотрудников благотворительных фондов и волонтеров Ингушетии дает надежду, что каждый из тех, кто нуждается в помощи вне зависимости от национальности и вероисповедания, не будет обделен и забыт. Радиожурнал «Зори Кавказа». Колпачками для защиты пальцев от уколов иголкой начали пользоваться более 2000 лет в Китае и Египте. С появлением швейной машинки их популярность упала, но не для жительницы Ставрополя Елены Рубачевой, обладательницы самой большой коллекции наперстков в России. У нее в гостях побывал корреспондент ГТРК Ставрополя Станислав Дробин. Когда-то давно наперсток был предметом первой необходимости для любой хозяйки, а сегодня он почти утратил свое практическое значение, зато приобрел новое, коллекционное. И хотя отдельные экземпляры для шитья непригодны, это настоящие миниатюрные произведения искусства, рассказывает Елена Рубачева. Вот этот желтенький наперсток, он сделан из лозы. Мне его привезла моя сотрудница из Подмосковья. Эти наперстки очень легкие, солнечные, приятно пахнут древесиной. Вот этот наперсток, он из Англии, он сделан в виде чайника, который надевается на палец. Если мы откроем крышку, в нем сидит мышь. Есть и вязаный металлический наперсток, который обвязан в виде кружечки, чайничка. Это я связала ставропольская мастерица Нина Поветкина. Экспозиция Елены в коридоре квартиры. В витринах наперстки в виде собак, лягушек, лебедей, леек. Из фарфора, дерева, серебра, пластмассы. Даже из хрусталя и стекла. Есть с фигурками клоунов и фей из Сан-Марино. С птицами из Барселоны. Вся серия «Города России». На отдельной полке фарфоровые наперстки Мейсон из Германии. Есть деревянные в виде матрешек. Даже с портретом Достоевского и Бетлами. А вот серия из Америки с эмблемой знаменитого «Драже», которую привезли студенты. Елена Рубачева проработала более 20 лет доцентом на кафедре уголовного права из КФУ. Создавать коллекцию помогали коллеги, родственники и друзья. Собираю я их более 20 лет. С какого экземпляра я начала, я просто не помню. Я вышивала картины крестиком, и друзья начали привозить мне в подарок наперстки. Наперстки мне привозили и с Мадагаскара, с Мальдив, из Южной Африки, из Австралии, из европейских стран, из Франции, Венгрии, Чехии, Польши и из Италии, из очень много. В общем, со всего мира. Коллекция до сих пор пополняется. Здесь 2018 наперстков. И хотя до мирового рекорда еще далеко, у Роберта Харпера из Канады около 8000. Это самая большая зарегистрированная коллекция в России. Хозяйка подумывает со временем подарить ее Ставропольскому музею. А пока импровизированной выставкой любуются семья и друзья. О своем любимом экспонате рассказывает сын коллекционера, студент из КФУ Михаил Жиров. Каждый раз, проходя мимо, невольно обращаешь внимание на такую огромную коллекцию, очень разнообразную, можно даже несколько минут простоять. Есть особенно любимые из Калининграда, с янтарем. Я несколько раз фотографировал наперстки, отправлял в различные журналы, в том числе в Книгу рекордов России. Всеми способами стараюсь поддержать маму в ее начинании. Радиожурнал «Зори Кавказа». На
Несмотря на возраст, видный дагестанский журналист и публицист, создатель и главный редактор республиканских общественно-политических газет «Новое дело», «Время», «Право», «Мы», главный редактор республиканского художественно-публицистического журнала «Дагестан», член Союза журналистов СССР Далгат Ахметханов продолжает активно писать, встречаться с читателями. На презентации его книги побывала корреспондент ГТРК «Дагестан» Камила Макаева. Махачкале на площадке Республиканского информационного агентства «Дагестан» состоялась презентация книги Далгата Ахметханова «Моя дагестанская родина». На встречу с автором пришли деятели науки, культуры, литературы и журналистики. Автор Далгат Ахметханов и руководитель издательского дома «Дагестан» Умар Осман Гаджиев рассказали гостям встречи об истории создания книги, работа над которой была начата в 2014 году. Осенью 2014 года Умар мне говорит: «А что, вот там нужно что-то сделать, хочешь немного подработать?» Я говорю: «Хочу». «Заключим трудовой договор, ты мне какие-то книжки приведешь в порядок, отредактируешь, осовременишь их. У меня какие-то небольшие деньги, у вас много денег нет». Я говорю: «Мне согласен на любые». 2-3 месяца прошло так. А потом он мне говорит: «Ну что, кончился этот наш договор?» Я говорю: «Ну что будешь делать?» Я говорю: «Не знаю, что буду делать». Он, кстати, подал идею. Он говорит: «А что ты думаешь про Дагестан?» «Ну, мало ли, я очень много чего думаю». «Вот напиши. Напиши то, что ты думаешь про Дагестан. Каким ты его видишь, каким ты его чувствуешь, что тебе тронуло, что тебе заинтересовало». Я эти слова, кстати, вспомнил его, когда книга уже «Корректура» выходила. Там нужно было написать несколько фраз от автора, коротко. Я нашел две строчки. Это написано там в книжке есть. «Это книга о том, что ответил бы автор на вопрос, что такое Дагестан». Предисловие именно такое. Ну, написал это и подумал, что вообще-то это точно, по-моему, на мой взгляд, характеризует то, чем я руководствовался. Когда Умар мне так сказал: «Может быть, ты этим займешься?» Я задумался буквально на минуту-другую. Задумался и подумал, эта мысль, идея мне понравилась. Немного, но кое-что есть, что сказать. Я согласился сразу. Руководитель издательского дома «Дагестан» Умар Осман Гаджиев отметил: «Мы хотели рассказать о самом лучшем, что есть в нашей республике, о природе Дагестана, о его культуре и искусстве, о достопримечательностях и истории». Далгат Ахметханов прожил долгую и красивую жизнь. Он успел создать свой Дагестан внутри себя, пояснил Гаджиев. На самом деле, если бы мы хотели бы сделать что-то так простое и что-то легкое, оно может возникло бы гораздо раньше. Есть оригинальный текст. Было желание найти к нему оригинальные фотографии. В этих случаях нам всегда помогает Камиль Чутуев. Мы роемся в его архиве, а там на все случаи жизни что-то есть. На самом деле, книга написана как беседа с собеседником, как общение. Есть про горы, есть про равнины, есть про города, есть про людей, про чудеса природы. Ну, все, весь Дагестан охвачен. Исторические факты, которые в эту книгу вошли, и каждый из этих событий интересны сами по себе, еще интересны через взгляд Далгата Ахметханова. У него вообще очень оригинальный свой взгляд. До этой книги мы еще с ним успели сделать такую брошюрочку симпатичную. «Моя дагестанская родина». Здесь тоже автор текста Далгат. Очень много красивых иллюстраций. Очень содержательный, интересный текст о том, что есть Дагестан сегодня. И главное, мы его издали на русском и на английском языке. Вдруг кто-то не знает аварского, да? На всякий случай. Сам автор поблагодарил всех, кто оказал содействие в издании книги. В книгу вошло большое количество фотографий, автором которых является известный в Дагестане фотохудожник и фотокорреспондент Камиль Чутуев. Председатель регионального союза журналистов Али Камалов рассказал о своих впечатлениях и выразил слова благодарности автору за его труд в написании этого издания. Заведующая кафедрой онтологии и теории познания ДГУ Мустафа Белалов заявил, что работа Далгата Ахметханова имеет актуальность и ее нужно продолжать. В ходе презентации несколько слов о книге сказала ответственный секретарь журнала «Женщина Дагестана» Ажа Абдурахманова. Книга получилась замечательная, мудрая. Действительно, есть ощущение, что автор обращается лично к читателю и отвечает на вопросы, что мы потеряли и что приобрели. Напомним, что автор книги Далгат Ахметханов является видным журналистом и публицистом. В разные годы он работал литературным сотрудником Буйнакской городской газеты «Коммунист», ответственным секретарем газеты «Комсомолец Дагестана», главным редактором махачкалинской студии телевидения, редактором отдела журнала «Советский Дагестан». Ахметханов – создатель и главный редактор республиканских общественно-политических газет «Новое дело», «Время», «Право» и «Мы». Был главным редактором республиканского художественно-публицистического журнала «Дагестан».
Радиожурнал «Зори Кавказа». Корреспондент ГТРК «Войнах» Янина Дикаева приглашает радиослушателей на экскурсию в Горную Чечню. Ни для кого не секрет, что Горная Чечня – это своеобразный и загадочный мир, наполненный следами непростого прошлого чеченского народа. Боевые башни Войнахов, склепы и другие каменные строения иногда поражают воображение своим величием. Жемчужиной Горной Чечни, да и всего Северного Кавказа, заслуженно называют высокогорное озеро Кизиной-Ам, расположенное на высоте около 2000 метров над уровнем моря. Озеро привлекательно не только природным своеобразием и красотой, но и тем, что недалеко от него лежат развалины древнего города Хой. Эта местность в данной время представляет собой большую историческую и культурную ценность. Следовательно, объект и взят под пристальное внимание руководства региона, по поручению которого на месте идут реконструкционные работы. В скором времени здесь будут восстановлены три башни и мечеть с прилегающим медресе. Реставрацию проводят с максимальным сохранением былого облика. Стоит отметить, что здание мечети поэтапно набирает высоту. Подробнее главный специалист, эксперт отдела археологии и архитектуры Комитета правительства Чеченской Республики по охране и использованию культурного наследия Илья Ставсултанов. Совместно комитетом по туризму проводятся реставрационные работы по восстановлению древнего поселения Хоя. Первоначальная задача ставится облик, сохранение облика исторического, выборка камней с петроглифами. В свою очередь, председатель региональной общественной организации Союза реставраторов России по Чеченской Республике Ислам Мутусханов отметил, что еще до начала реставрационных работ было проведено подробное изучение данной местности. Кстати, находки поражают. Больше 10 уже, можно сказать, найдено петроглифических символиков. Это говорит о том, что факт о историческом значимости вот этого объекта. Некоторые уже, петроглифы уже ставятся на место. Все найденные петроглифы украсят лицевые фасады реставрируемых объектов, как и делалось это в старину. Во время реставрации башни Тайпахоева создадут и родовой знак. Эскизы были найдены на каменной плите, возможно, их высекали как предварительный этюд. В этих вопросах помощь специалистам оказывают коренные жители аула. Название села Ахой сформировано от чеченского слова «ха», что в переводе означает «стража». И совсем скоро древний страж чеченских гор, город Хой, будет готов принять гостей и показать им все реалии непростой жизни чеченских горцев. Радиожурнал «Зори Кавказа». Очередной выпуск радиожурнала «Зори Кавказа» подошел к концу. С пожеланиями мира и благополучия мы прощаемся с вами. Услышимся ровно через неделю. Здравствуйте! В эфире радио «Алания» и на волне «Страна гор» с вами. И над солнечным Дагестаном, как обычно. Радио «Кабардино-Балкария» приветствует весь Кавказ. В Прельбрусе огромный приток. И сердце Чечни призывает азан, добра и мира вам. Говорит радио «Ингушетия». Высокогорный юг и равнины. Карачаево-Черкесия. Край горных вершин и медовых водопадов. Примите наш привет. В эфире «Ставрополье». Радиожурнал «Зори Кавказа». Мы собираем всех вместе.